Ну, видно ноги? А, давай в сторону коридора, вот туда. Да, вот туда. Значит, вот, включай. Показываю переходы, да? Встаете пошире, какой-то. И переходы с ног, взятые с цигун. Вот видите, переваливаем вес на одну ногу, другую разворачиваем на пятки аккуратно, да? И также можно там переступать. Чуть назад, чуть вперед, разворачиваемся, полшага вперед, полшага назад, да, это движение. И во время движения у нас получается вот так вот идут наши ноги, да, всем корпусом мы двигаемся вперед, да-да-да, развернулись сюда. А теперь мы все эти движения перенесем на практику на нашего пациента.